Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас вновь приветствовать на своем канале. Как вы уже догадались из названия видеоролика, у нас меняется не время, а дата проведения прямого эфира. Вчера я выложил ролик. Ой, солнце бьет в глазах. Сейчас я за рулем тут еду. Планировал провести его сегодня, 10 октября, 18:00. Но я говорил, если ничего не помешает. Служебные дела, семейные, в общем, на день как-то так. В общем, план дня совершенно изменился до самого вечера. Поэтому переносим стрим на завтра. Завтра у нас 11 октября, время не меняется. 18:00. Вот. Я, конечно, прошу прощения, но... Так получается. Видите, до этого дня как бы все стримы, которые я планировал, проводил вовремя и в тот день, который планировал. Но сегодня так получилось. Я думаю, вы поймете и сильно не расстроитесь, не обидитесь. Ну, немножко один день. Я тоже соскучился по общению с вами. Давненько не собирались в прямом эфире. Вот. Я вот сейчас еду по служебным делам. Удобно одной рукой рулить и снимать, но так что до встречи завтра, дорогие друзья. Пожалуйста, только не обидьтесь, поймите меня правильно. Завтра, 11 октября, 18:00. Всем хорошего дня, здоровья, всех благ. До свидания, до встречи завтра. Всем пока.